Здрасте. How many summers, how many winters? Всем привет. Ну, собственно, мы начинаем свой путь в город Ростов. Будем периодически включаться и рассказывать о том, как мы проводим время в дороге. Здрасте. В эфире передача о любви и страсти. Это наш Борщов. Отправляемся с Казанского вокзала в город Ростов. Погода отвратительная, но здесь хотя бы крыша есть. До встречи в этом самом, в купе уже. Дошираки закуплены. Вот, дошираки закуплены, говорят. И все остальное тоже. Вот, в этот лепешка. День Бог послал. Первое. В этот лепешка. День Бог послал. Значит, первое. Свинина в томатном соусе с гречкой. Так, пара пива. Лепешечка. Пиво наших друзей из Мытищинской пивной компании. Что-то, наверное, пушистое есть еще, да? Не исключено. Пушистое. Так. В общем, плавленый сырок. С голоду Порос. Не помрем. Да? Колбаска там какая-то на горизонте. Нормально едем. Ну, а потом уже в ресторан. Помолясь. Знакомой дорогой. Да. Привет. Здрасте. Вот мы в Ростове. Сейчас остальные придут. Здравствуй, Ростов! Здрасте! Мы наконец доехали. Такой надо на дачный участок. Надо купить на группу и таймшеринг сделать. Да. Все. Месяц за тебя, такой... месяц у меня. Хорошо. Месяц у меня. На этом мы пойдем. Говорили мне добрые люди, Миша, надо работать по фонограмму под плюс. Не послушал я. И вот теперь минимальный багаж наш выглядит примерно так. Ну что, трогай, поехали. Морковный фреш. Давай. Ну, с приездом. Так, с приездом. Шампанское по утрам пьют. Либо аристократы, либо дегенераты. Это либо и там же бригады. Нормально. Так, собираемся на собрание общее, будем обсуждать программу, которую будем играть вечером, что будем делать дальше, как жить, все дела, последние новости, сплетни, анекдоты. Творяем. Да, да. Так, кто здесь? Думаю, что он говорил, что будет сейчас меня увольнять. Пана директорша. Так, заходим. Проходим, не заезжай. Так. Вот они, что-то нахмуренные. Может, меня будут увольнять? Хер знает, что не поймешь. Хер знает, что я знаю. Ну, в общем, как-то так. Начинаем. Так, мы отдохнули и готовы к бою. Не так ли, Михаил? Совершенно так. Вечер близится. Сережа тоже. А ты кто такой? Так надо. Говорят, так надо. Последний момент. Да. Ну, а сейчас... Добро пожаловать в нашу гримерку. Вот примерно здесь сейчас происходят вот такие вещи. Нас ждет на подпись большое количество плакатов и пластинок. Сок, минеральная вода. Да. И алкоголь, безалкогольный. Соль, перец по вкусу. Я наоборот, я пытаюсь крылать. Это... к тому. А, где она падает? Другое дело. Ну, на самом деле, у нас не так много времени. Сейчас мы быстренько должны все это сделать, подписать и
бежать на саундчек. До встречи. Как меня слышишь? Вот и наступил этот волнительный момент. Будем проводить саундчек. Не знаю, получится или нет. В любом случае, будем пробовать. А вот и первые зрители. Маленькое сражение было за барабан, я победил. Ой, прошу, давно они лежат. Это не было. У меня, знаете, что осталось? Полчаса до концерта. Поспали немножечко. Не помогло. Мои подарки силы. Заправили планшеты, космические карты. И практически... А Максим уже на сцене. Дальше. Мы сейчас подтянемся. Обнаружили баки с водой. Что это олицетворять, не знаем. Совершенно случайно в цистерне, в которой должны были ехать мы, оказалась вода. Ростов, днем рождения. Ростов вообще шикарный. Поздравляем с городом. Вообще. Серёга, Бубу. До скорых встреч. А это вот Миша. Поехали. Да-да-да-да. Тёплое.
Вот как бывает. Поскольку у нас тут лодочка, надо что-то такое делать красивую закуску. Будем делать канапе. Пользуясь случаем, передаю всем привет. Белая рыбка. Приятного всем аппетита. Спасибо, Ростов, за отличный концерт. До новых встреч. Ну, а вы следите за нашим графиком. Приходите на наш концерт, выбирайте свой город. И всех ждем. Будет здорово.